Сегодня на оперативном совещании у главы региона Евгения Куйвышева заместитель председателя правительства Свердловской области, министр финансов Галина Кулаченко, доложила о выполнении указа президента России Владимира Путина по совершенствованию системы госуправления и созданию в регионах условий для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Создание сети МФЦ в Свердловской области практически завершено. До конца 2015 года начнут свою работу филиалы Верхотурье и Талице. Таким образом, на территории региона будут функционировать 82 филиала многофункционального центра в 73 муниципальных образованиях. Уже два года многофункциональный центр работает в Новоуральске. Здесь горожане могут получить более 200 услуг. В новоуральском филиале МФЦ 17 окон. Именно столько рассчитано на общее количество граждан, проживающих в Новоуральске. В центре, к примеру, можно оформить паспорт, подать заявление на получение квартиры или на замену планировки, встать в очередь на зачисление ребенка в детский сад и многое другое. Как показала практика, многофункциональный центр обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте и в удобное время. Добрые, отзывчивые работники этого учреждения. Вот, очень приятно. Я вот второй раз уже здесь, и помогают, и все расскажут, и все объяснят. Все гостеприимно, в общем-то, все нравится. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Помещение отлично, удобно, красиво. Подробно, ясно все объясняют. Долго не ждем наших документов. В принципе, все устраивает. Губернатор Евгений Куйвышев отметил, что доступность и качество государственных и муниципальных услуг – важнейший принцип всего государственного механизма. Кроме того, глава региона поручил проанализировать, кто среди муниципалитетов является лидером, а кто отстающим в выполнении этой важной государственной задачи, поставленной президентом России.